Дорогие друзья, добро пожаловать ко мне на канал. В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как я связала вот такие вот следочки на размер 35-36. Вяжу я эти следочки от мыска. Вот покажу вам с самого начала, с чего мы начинаем, как провязываем, да. Покажу вам, как почитать правильно петельки, если вы вяжете на более больше размер. Ну и, конечно же, хочу показать вам, как я связала вот такой вот ажурный узор в виде сердечков, да, который я применила для 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 вот своего переда. Вот. Вязать я буду спицами номер два с половиной. И, конечно, в этом видео более подробно покажу вам, с чего мы начинаем, как начинаем вязать. Вот. И, конечно, если вам понравился такой вариант, предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень практичные следочки. Итак, давайте приступим сейчас к вязанию. Как я отметила, вязать я буду на пяти спицах. Спицы у меня номер два с половиной. Поскольку я вижу эти мысочки от мыска, было несколько запросов показать, как я вообще вижу те или иные следочки, носочки до самого начала, вот поэтому показываю. Хотя у меня уже на канале есть несколько видео в которых я показываю, с чего и как мы начинаем вязать мысок. А также хочу отметить, что если вы умеете вязать мысок, то в принципе вяжите тем способом, каким умеете. Я вам покажу тот способ, который я обычно использую для своего вязания. А, но, как отметила, если есть свой способ, используйте свой способ. Ничего здесь страшного нет, и просто прокрутите это видео до того э, момента, пока вот мы с вами начнем вывязывать уже сам ажур. Итак, сейчас мы приступаем с вами к вязанию, и сразу на две спицы я набираю петли. Да? Мне сейчас нужно будет набрать 10 петель. Здесь у каждого, конечно, свой способ набора петель. У меня он самый, что ни на есть классический. Да? Вы набираете тем способом, каким умеете. Единственное правило это слишком сильно петли не затягивать да? и слишком слабо тоже не вязать. Но сильно не затягивать. Почему? Потому что следующий ряд, когда будем провязывать, вам просто будет сложно подтягивать петли. Вот, поэтому не слишком туго и не слишком слабо набираем петли. Вот, раз, два, как я отметила, 10 петель, да, нам нужно набрать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. 10. 10 петель набрали, вот, переворачиваем наше вязание. Берем нашу третью спицу. Немножко вот верхнюю сейчас нашу спицу пододвигаем вот так вот в сторону. Для удобства, чтобы у нас с вами спокойно проходили пальчики. Вот. Взяли удобную вам позицию, и сейчас смотрите есть момент такой вот кому то удобно вязать за переднюю да? кому то удобно вязать за заднюю стеночку мне удобно за заднюю но иногда бывает что я перетягиваю петельки поэтому какие -то, какие то петли мне удобно вязать за заднюю стенку какие то за переднюю здесь абсолютно никакой разницы нет то есть как вам удобно так и вяжите да? вот. я вяжу за заднюю стеночку вот мы просунули спицу за заднюю стенку очень надеюсь что вам видно провязываем нашу петельку и аккуратненько снимаем ее с верхней спицы. Вот так, да? Снимаем аккуратненько, чтобы у нас с вами все оставшиеся наши петельки не выпали. Берем вторую нашу петельку, вот за заднюю стеночку я ее подхватила, провязала и аккуратненько опять сняла. То же самое и вот со всеми петельками. Конечно, если вы вяжете в первый раз, то вам, возможно, будет немножко сложно, немножко как-то непривычно, да, позиция рук, может быть, да, как-то будет, ну, совсем непривычно, позиция пальцев, прошу прощения, вот, здесь, конечно, все остается на время, да, потому что нужно привыкнуть, да, к такому вязанию, но, поверьте мне, по истечению какого-то времени вы привыкнете, и вам очень понравится вязать таким способом, и вы почувствуете, что действительно изделия у вас получаются качественные. Да, то есть носочки, они, следочки, они как быстро не расходятся и очень хорошо сидят на ноге. И так вот аккуратненько вот так вот все петельки наши провязываем. У меня осталось две петли. Так, и последняя. Я вот тоже когда в первый раз вязала таким способом, естественно, у меня не получалось, я распускала свои постоянно, да, все петли. Вот, но ну, а потом мне понравилось, уже научилась. Итак, вот провязали, сейчас опять переворачиваем вязание. Перевернув вязание, опять с вами нашу верхнюю спицу, видите, она уже сама подается. Вот, взяли опять позицию, нашу основную нить и этот ряд продолжаем провязывать тем же самым способом, без каких-либо изменений. То есть нам нужно просто полностью этот ряд провязать а, все лицевыми. А, и, и было несколько, кстати, запросов показать, как я вяжу такие мысочки, но с применением, скажем, не а, лицевой глади, да, а именно, вот, допустим, вот, платочную вязку да, просят показать. Обязательно выйдет такое видео тоже у меня на канале совсем-совсем скоро. Вот. Ну а сегодня показываю вам, вот как я вяжу такой вот вариант. Итак, провязываем все до конца. Я очень надеюсь, что вам все видно и все понятно. Просто у меня еще впереди стоит камера, как всегда. Вот, поэтому я очень надеюсь, что вам все видно. Итак, опять осталось у меня еще две петельки. Вот. Аккуратненько их провязываю. И поверьте мне, так немножко будет ну, непривычно вязать только первые несколько рядов, потом уже все пальцы привыкают и уже на автомате. Опять переворачиваем вязание, да? И сейчас смотрите, начиная с этого ряда, вот представьте, что мы сейчас с вами провязали первый ряд, да? И вот эта вот часть, то что мы сейчас с вами провязали, это и есть вот, вот она. Вот то, что мы сейчас с вами и провязываем. И чтобы вы понимали, да, теоретически тоже вам объясню, вот петли на первой спице – это и есть наш перед. Да, который сейчас мы потихонечку будем расширять, то есть прибавлять будем петли. Соответственно, петли на нижней спице, это все у нас будет уходить на подошву. То есть вот так, Сейчас, смотрите, начиная с этого ряда мы с вами начинаем делать прибавки. Прибавки опять-таки, да, у каждого свой способ прибавления, у меня он свой. Смотрите, я провязываю первую свою э, петельку, провязала, сразу после нее мы делаем с вами прибавочку. Прибавку вот я взяла э, нить, вот так вот ее перекрутила, да, и на, э, нанизываю на эту спицу, и вот так вот ее как бы... Э, Немножко подтягиваю, да? Вот она, прибавила одну. Также хочу отметить, что мы с вами прибавки делаем с каждой стороны, то есть после каждой первой петли и перед последней петлей для того, чтобы у нас с вами равномерно уже создавали, создавался вот этот вот край, да, вот, вот по краям. Сейчас все до последней петли мы с вами провязываем ну, обычно, обычными лицевыми петлями, да. Вот так, потому что перед последней, как я отметила, у нас опять идет с вами одна прибавка. Вот дошли до последней петли, перед ней сразу сделали одну прибавку точно таким же способом. Еще раз отмечу: если у вас есть свой способ вязания и прибавления петель, то используйте тот метод, который вам нравится. Итак, вот провязали сейчас у нас здесь уже с вами 12 петель, переворачиваем вязание, перевернув вязание, и здесь с этой стороны мы провязываем точно так же. Вот провязали первую, да, сразу после нее сделали прибавку одну. А, кстати, вот тоже такой момент хотел отметить вот есть такие рукодельницы которые любят допустим по несколько прибавок делать там по две по три прибавки но я применяю такой знаете самый классический способ по одной прибавке делаю и мне кажется что так изделие смотрится более аккуратно но опять таки да здесь все остается на ваше усмотрение вот дошли до последней не провязываем пока последнюю перед ней сразу делаем одну прибавочку сделали прибавку и провязали нашу последнюю, последнюю петельку. Вот видите, у нас уже с вами что-то начинает вырисовываться. Переворачиваем наше вязание и смотрите, с этого момента мы с вами сейчас будем распределять петли на все наши оставшиеся спицы, потому что сейчас каждым рядом у нас с вами петель будет становиться все больше и больше, и, соответственно, вязать их на двух э, спицах уже просто будет невозможно. Также принцип такого вязания состоит в том, что один ряд вы провязываете с, э, с добавлением дополнительных петель, то есть делаете прибавки. Следующий ряд вы просто вяжете все по рисунку, ничего не меняя. Вот смотрите, сейчас мы с вами прибавили да, петли. Соответственно, с этого ряда мы сейчас, во-первых, с вами распределим все петли на наши оставшиеся спицы, а во-вторых, мы просто этот ряд провяжем без каких-либо прибавок. Вот, берем опять нашу основную нить. Провязываем, сейчас э, у нас с вами здесь по 12 петель, соответственно, по 6 петель нам нужно разбить на все наши спицы. Провязываем первую петельку, вот мы дошли с вами до нашей при, первой прибавочки, да, мы ее за переднюю стенку вот так вот берем и провязываем тоже лицевой. Обязательно за переднюю стенку я провязываю, да, потому что в таком случае дырочка, никакой дырочки образовываться не будет. Если за заднюю провяжете, то у вас ну, здесь образуется дырочка. Итак, 4, 5 и 6 наша петля. 6 петель провязали, взяли дополнительную нашу спицу и начинаем вот эти вот наши петли провязывать. 3 4 вот наша прибавочка, мы ее также за переднюю стеночку берем и провязываем лицевой и провязываем последнюю также лицевой. Вот мы распределили с вами петли нашего переда. Переворачиваем вязание. Также хочу отметить, что э, первые вот несколько рядов, опять-таки, будет ну чуть-чуть непривычно вязать, да, за счет того, что у нас пока еще мало петель с вами, но через несколько рядов уже все встанет на свои места. Итак, провязываем, раз. 2, вот видите, я опять провязала нашу прибавку за переднюю стеночку. 3, 4, 5 и 6. То есть равномерно распределяем. Если есть желание э, нашу подошву вязать на одной спице, пожалуйста, здесь все остается на, на ваше удобство. Я вам просто показываю самый классический способ вязания, вот, поэтому э, вы, конечно, для себя уже там сами определите, как вам более удобно вязать. Да? Вот мы с вами все сейчас, смотрите, петли распределили. Переворачиваем вязание. И как вы помните, с этого ряда мы сейчас с вами опять делаем прибавочки. Провязываем опять первую нашу петельку. Да? На нашей первой спице сразу после нее делаем одну прибавку. И потом все наши петельки мы просто провязываем лицевыми. Здесь вот очень многие рукодельницы делают одну большую ошибку. Они прибавку делают с этой стороны, потом на этой же спице делают прибавку вот после перед перед, перед последней петлей. Это неправильно. То есть считайте, что у нас с вами вот перед это первые наши две спицы, да? Соответственно, мы с вами прибавку сделали с этой стороны, потому что эта у нас часть будет уходить вот на эту часть, да? Вот. И, соответственно, с этой стороны. Да, все петельки будут уходить на вот эту вот часть. Поэтому, если вы сейчас будете еще здесь делать прибавку, то у вас просто вот здесь еще такая вот будет линия образовываться. Но если она вам, конечно, не нужна, то <с> <с> ничего не добавляйте. Вот. Мы с вами дошли до второй спицы, перешли вернее на вторую спицу и здесь опять, смотрите, провязываем все наши петельки до последней, да, и перед последней опять делаем одну прибавку. Вот так вот придерживаем наши спицы, чтобы у нас ничего не выпало, и провязываем последнюю нашу петельку вот так. Переворачиваем наше вязание. С этой стороны тоже самое. Первую э, петельку провязали, следом делаем прибавку, прибавочку, и дальше провязываем все э, до последней нашей петли. Очень надеюсь, что здесь вам все понятно. Вот, и надеюсь, что я не быстро <laughs> объясняю все, и никаких сложностей здесь у вас нет. Ну, на самом деле, вязание довольно-таки легкое, мне кажется, что справится даже новичок. Вот, перед последней нашей петлей опять делаем одну прибавочку. Прибавку сделали, провязали последнюю. Сейчас, смотрите, опять переворачиваем наше вязание, этот ряд, как вы помните, у нас с вами идет без каких-либо изменений, да, потому что прибавки мы на том ряду сделали, соответственно, этот ряд полностью мы вяжем с вами без каких-либо прибавок. Но, как я отметила, если вдруг у вас уже на этом этапе что-то не получилось, либо есть какие-то сложности, трудности, или, возможно, у вас есть какой-то свой способ, да, и вам он кажется, что он более легче, чем то, что я показываю. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, поделитесь своим опытом, и, возможно, ваш опыт мне тоже пригодится, вот, и я его тоже начну применять. Вот, кстати, хочу показать, да, дошла до нашей одной прибавочки, вот, мы ее за переднюю стеночку вот так вот провязываем, тоже лицевой. То есть все прибавки мы за переднюю стенку, да, провязываем. Провязали, перевернули наши наше вязание провязываем первый вот наша еще одна прибавочка да тоже ее за переднюю стеночку все остальные естественно тоже таким же способом мы провязываем лицевыми вот здесь кстати очень часто меня спрашивают какими лицевыми лучше вязать никакой разницы нет вот как вам удобно как вы умеете так и вяжите. Вообще, мне кажется, что <laughs> вязание – это такая вещь, то есть мы учимся на ошибках, да, что-то получается, что-то не получается, но каждая рукодельница сама потом для себя выбирает способ и метод такой, какой, каким ей удобно вязать. Вот. Так, Провязали полностью ряд, соответственно, сейчас этот ряд мы опять делаем с вами прибавочки. Еще раз покажу на этом ряду, да. Вот, сделали, провязали первую нашу петлю, сразу после нее мы с вами сделали прибавку. Далее все провязываем с вами лицевыми. Вот так вот. таким вот самым классическим способом, да, вот провязали перед последней петлей, вот перед последней петлей опять делаем одну прибавочку и провязываем последнюю петлю, переворачиваем вязание, вот опять первую провязали, сделали прибавку и провязываем опять. Если кто-то уже вот сейчас со мной вяжет, не в первый раз, да, вот таким вот способом, напишите в комментариях, как вам такой способ вязания, насколько быстро вы привыкли вязать. Мне вот очень интересно послушать ваш опыт тоже, и насколько мои видео вам помогают в вашем вязании. Вот перед последней петлей опять делаем одну прибавочку. Все, в этом ряду мы все прибавки уже с вами опять выполнили. Опять переворачиваем наше вязание. Как вы могли заметить, у нас уже с вами отчетливо вырисовывается наш мысочек. Да? Как вы помните, этот ряд полностью мы с вами вяжем без каких-либо изменений. Сейчас я продолжу вязать таким вот способом. До тех пор, пока у меня на каждой спице не образуется по 13 петель. 13 петель для меня будет достаточно, потому что раппорт нашего узора состоит из 13 петель. Но если вы вяжете на более больший размер, либо у вас, допустим, пряжа намного тоньше, чем у меня, да, соответственно, вы можете набрать до 14, либо больше петель, как вам удобно. Просто когда мы будем с вами вот провязывать саможур, вы до того момента, когда я буду начинать вывязывать сам узор, вы просто вот по краям будете провязывать все лицевыми для того, чтобы у вас как бы вот ажур, да, наш, наше сердечко, оно как бы было в такой вот, ну, обрамлении, да, чтобы было расстояние. Видите, у меня расстояния абсолютно нет, то есть, если вы наберете больше петель, там, до 14, до 15 петель, просто имейте в виду, что у вас расстояние вот между, между нашими сердечками будет больше. Это единственная разница. Я буду добирать петли, пока у меня не будет... 13 петель на каждой спице. Сейчас буду продолжать вязать таким же способом. Как только 13 петель доберу, сразу же вернусь к вам, и мы с вами начнем вывязывать сам ажур. Итак, мои дорогие друзья, вот мы с вами добрали необходимое количество петель. У меня на каждой спице сейчас по 13 петель. Начиная с этого ряда, сейчас мы начнем уже с вами образовывать наш ажурный узор, ажурные сердечки. Вот, значит, еще раз напомню, у нас с вами раппорт узора составляет 13 петель. Если вдруг вы больше набирали петель, например, 15, 15 петель, да, у вас на каждой спице. Ну, допустим, вы вяжете на более больший размер, да, то, соответственно, просто подрасчитайте так, чтобы у вас 13 петель ушло вот на серединку, да, чтобы у вас сердечко было посередине. То есть у вас первая и последняя петля в данном случае будет уходить просто на лицевые, да, чтобы у вас вот сердечко было посередине. Ну, поскольку я вяжу на размер 36-37 и мне достаточно 13 петель на каждой спице, то есть этого количества петель мне достаточно на мой размер. Соответственно, я оставила по 13 петель. И вот у меня, как бы вы могли заметить, да, нет особого расстояния между сердечками. Видите? И, ну, и мне, в принципе, как бы, мне нравится такой вариант. Здесь уже, смотрите, как бы э, все на свое, на ваше усмотрение остается. Итак, ажурный узор у меня будет находиться на передней части. Моя подошва будет просто лицевой. Поэтому я вам буду показывать по два рапорта. То есть будем вместе вязать именно эти два сердечка. Итак, приступаем. Первый ряд. Вяжем 6 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, и 6 после этого мы делаем с вами накид накид я делаю на себя вот так после этого мне вот эти вот две петли нужно провязать вместе но видите они у меня неправильно лежат то есть ну как бы у меня такое вязание лицевых что мне сейчас придется их как бы перевернуть чтобы у меня получается когда я их провяжу вместе да чтобы у меня вот ровно смотрелся узор да, потому что сейчас, если я не переверну, у меня петелька будет перевернута. Вот, я их перевернула. Если они у вас правильно смотрят в нужную сторону, то, естественно, ничего делать не нужно. Вот я их перевернула, и вот после накида сразу их вместе. Так, оно у меня сейчас выпало секундочку. Так, вот, после накида сразу их вместе за заднюю стеночку провязываем вот так: вот лицевой. Провязали, и оставшиеся 5 петлей. 5 петелек также провязываем лицевыми 3 4 5 вот. за счет наших накидов естественно мы не теряем необходимое количество нам петель да и то же самое повторяем мы на этом сердечке провязываем 1 2 3 4 5 6, 6 петель провязали, сделали накид. Потом вот эти вот сразу 2 я опять меняю местами в своем случае да, и провязываю за заднюю стеночку вот так вот их лицевой. Видите? У меня как бы смотрит она в нужном направлении. Не, не перевернуто ничего. И оставшиеся петли 5 петель э, в моем случае я провязываю просто лицевыми. Вот так. Сейчас провяжу быстро подошву и вернусь к вам. Вот, провязала полностью ряд, смотрите, в каждом ажуре, да, ну, как правило, ажурное вязание, оно состоит таким образом, что когда вы проводите работу с ажуром, то есть добавляете, да, накиды, провязываете что-то вместе, следующий ряд, вы провязываете все по рисунку. Вот сейчас, смотрите, я провела работу, соответственно, на втором ряду у меня просто все вязание идет по рисунку. То есть каждый, каждый четный ряд у нас будет с вами идти по рисунку. То есть ничего добавлять не будем. То есть работу мы с вами проводим в нечетных рядах. Вот, кстати, мой накид. Я его за заднюю стеночку вот так вот провязываю лицевой. Да? И, получается, следующие вот две, которые мы провязывали с вами вместе, да, я их, смотрите, вот за заднюю стеночку также провязываю лицевой. Вот так вот, да. А, да то есть все нечетные ряды у нас с вами идет а, работа с ажуром а, все четные мы просто с, а, все вяжем по рисунку ничего не меняя вот сейчас мы находимся с вами на четном а, в четном ряду да это второй наш ряд соответственно ничего здесь мы с вами добавлять не будем вот опять подошли к нашему накиду мы его вот так вот провязываем за заднюю стеночку и вот эти вот две вместе которые мы до этого вязали мы также за заднюю стенку провязываем чтобы у нас уже с вами э, петли ложились правильно чтобы в конце э, у нас с вами образовалось правильное сердечко вот сейчас я полностью провяжу свою подошву и вернусь к вам на третьем ряду вот мои дорогие друзья провязали полностью ряд сейчас мы находимся с вами на третьем ряду третий ряд он у нас идет нечетный соответственно работа с ажуром да так провязываем 4 лицевые петли 1 2 3 и четыре 4 провязали. Далее, вот эти вот две петли нам нужно сейчас подхватить вместе за переднюю стеночку и провязать вместе с наклоном вправо. Вот так. Далее мы сразу делаем накид, потом провязываем одну лицевую, потом делаем опять накид. Потом вот эти вот две нам нужно провязать вместе, но сначала я их поменяю местами, потому что они у меня неправильно лежат, да? Вот вот так вот за заднюю стеночку с наклоном влево провязали и оставшиеся 4 петли мы просто провязываем с вами лицевыми петлями вот переходим на эту спицу и то же самое 4 лицевые 1 2 3 4. Потом вот эти вот 2 мы провязываем вместе за переднюю стеночку с наклоном вправо. Сразу делаем накид. Провязываем одну лицевую, делаем накид. И вот эти вот 2 я в своем случае быстренько сейчас поменяю и провяжу вместе за заднюю стеночку с наклоном влево. Вот так. И оставшиеся 4 петли. 1, 2, 3, 4 просто лицевыми. Вот так. Сейчас я полностью провяжу этот ряд. Следующий, четвертый ряд мы просто все вяжем с вами по рисунку и возвращаемся сюда на пятом ряду. Провязали полностью ряд, сейчас мы с вами находимся на пятом ряду. Пятый ряд мы вяжем с вами следующим образом. В этот раз мы вяжем с вами 3 лицевые. Раз, два, три. Потом сразу вот эти вот две вместе вот так вот подхватываем за переднюю стеночку и провязываем вместе с наклоном вправо. Сразу делаем накид, потом а, три лицевые вяжем посередке, да? Раз, два, три. Потом опять делаем накид и вот эти вот две, видите, здесь нам уже видно, да? То есть, как какие нужно захватывать? Мы их захватываем вместе, провязываем вместе с наклоном а, влево, да, за заднюю стеночку. Но я, видите, опять перед этим их перевернула. Вот. У нас уже с вами вырисовывается наше начало и последние три просто провязываем лицевыми вот переходим на эту спицу и здесь провязываем то же самое три лицевые раз два три сразу вот эти вот две вместе провязываем с наклоном вправо Делаем накид, провязываем 3 лицевые посередину, посередине. Раз, два, три. Делаем накид. И вот эти вот опять вместе провязываем мы за заднюю стеночку с наклоном влево. Вот. И оставшиеся три также провязываем лицевыми. Вот так. Сейчас полностью провязываем этот ряд. Следующий, шестой ряд. Мы просто вяжем все по рисунку и возвращаемся на седьмом ряду. Провязали полностью ряд, находимся сейчас с вами на седьмом ряду. Седьмой ряд мы с вами вяжем следующим образом: начинаем с двух лицевых петель. Две лицевые провязали. Сразу видите, нам уже здесь видно, да, где нам нужно делать с вами провязывать, где нужно вместе. Вот так вот, следующие две, после двух лицевых, да. Вот так вот подбираем их вместе за переднюю стеночку и провязываем вместе с наклоном вправо. Далее нам нужно сделать сразу накид. После этого 5, 5 петель провязать лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять. Потом опять сделать накид. И вот эти вот две нам нужно провязать вместе да, с наклоном влево. Но я опять их меняю местами да, за заднюю стеночку. Вот так вот провязываю с наклоном влево. И оставшиеся 2 также провязываю лицевыми. Вот. вот что у нас уже с вами, в принципе, получается. Так, продолжаем 2 лицевые. 2 да, вместе за переднюю стеночку с наклоном вправо. Накид 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, накид меняем местами, я меняю местами, и за заднюю стеночку провязываем вместе с наклоном влево. И провязываем 2 лицевые. Вот так. Так, полностью провязываем ряд. Потом следующий ряд, да, мы с вами полностью провязываем по рисунку и возвращаемся на девятом ряду. Так, провязали полностью ряд, сейчас мы находимся с вами на девятом ряду. Девятый ряд вяжем следующим образом. Одна у нас идет с вами лицевая, первая. Сразу после нее, вот видно, да, у нас с вами две идут вот так вот вместе. Провязываем их вместе за переднюю стеночку с наклоном влево делаем накид после этого нам нужно будет с вами провязать 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 и 7 7 лицевых провязали сделали накид потом вот эти вот вместе мы должны провязать да но я опять их меняю местами вот провязали их вместе и последний у нас опять идет с вами лицевая вот так. и повторяем Одна лицевая. Вот две следующие мы провязываем вместе с наклоном вправо за переднюю стеночку. Сразу делаем накид. Провязываем 7 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сделали накид. И вот эти вот две быстренько меняю местами. И провязываю их вместе за заднюю стеночку с наклоном влево. И последняя оставшаяся у нас идет с вами лицевая. Вот, видите, у нас уже с вами четко вырисовывается. Провязываем полностью ряд. Следующий ряд. Опять мы полностью его провязываем по рисунку и возвращаемся на одиннадцатом ряду. Провязали полностью ряд. Сейчас находимся на одиннадцатом ряду. Вяжем его следующим образом. Как вы могли заметить, сейчас вот первые две нам сразу нужно провязать вместе за переднюю стеночку с наклоном вправо вот так вот провязали сразу делаем потом накид после этого мы провязываем с вами 4 лицевые 1 2 3 4 сейчас нам нужно с вами формировать нашу вот вот эту вот часть да соответственно смотрите 4 лицевые провязали следом мы делаем с вами накид и после этого вот эти вот две нам нужно провязать вместе с наклоном влево да за заднюю стенку но я их опять поменяла местами Вот. Провязали. Следом мы с вами три э, петельки провязываем лицевыми. Провязали, сделали накид. И потом вот эти вот сразу две мы также, я их меняю местами быстренько. И опять за заднюю стеночку с наклоном влево вот так вот провязываю их вместе. Вот так вот. Перехожу на эту спицу. И здесь то же самое. Первые две провязываем вместе с наклоном вправо. Сразу делаем накид. После этого провязываем 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. Сделали накид. Потом вот эти вот две вместе мы, я в своем случае, да, меняю местами и провязываю лицевой. Провязала провязываем сразу 3 лицевые следом делаем накид и вот эти вот две я опять быстренько меняю местами и провязываю их лицевой вот так вот. сейчас я полностью провяжу ряд следующий ряд до да, 12 мы просто вяжем по рисунку и возвращаемся на тринадцатом ряду так, вот подходим с вами уже практически к концу, сейчас мы с вами находимся на 13 ряду, 13 ряд мы вяжем, вот, смотрите, как, следующим образом, провязываем первую петельку лицевой, сразу после нее делаем накид, после этого нам нужно вот эти вот две провязать вместе а, с наклоном в, а, влево, да, для этого я их сейчас быстренько переверну, вот, вот так вот влево, да? Провязали сразу, потом мы провязываем одну лицевую, после нее мы вот эти вот две, вот так вот за переднюю стеночку провязываем вместе с наклоном вправо. Вот. Провязали, сразу сделали накид, потом провязываем одну лицевую. Потом опять делаем с вами накид. После этого, смотрите, вот эти вот две, да, нам опять нужно с вами провязать вместе с наклоном влево. Но а, я сейчас их быстренько сначала переверну. Потом вот так вот, за заднюю стеночку подхватываем, провязываем а, вместе с наклоном влево, провязываем одну а, лицевую, да, и после этого вот эти вот две мы за переднюю стеночку подбираем. И провязываем вместе с наклоном вправо. Вот так вот. Провязав, мы сразу тут же делаем один накид. И последнюю вяжем просто лицевой. Немножко перетянула. Вот еще раз показываю немножко сложный ряд, но э, здесь самое главное э, просто следовать схеме, да. Итак, провязываем первую э, лицевую, потом делаем накид, после этого вот эти вот две нам нужно провязать вместе с наклоном влево, да. Но перед этим я их меняю местами, вот за заднюю стеночку их подбираю, провязываю вместе с наклоном влево. Провязали, потом провязываем одну лицевую, следом вот эти вот две за переднюю стеночку мы провязываем вместе с наклоном вправо провязали сделали накид потом сразу провязываем одну лицевую сразу делаем потом накид после этого вот эти вот две да нам нужно провязать вместе с наклоном влево вот так вот мы их я их перевернула за заднюю стеночку с наклоном влево вместе провязала потом провязываем одну лицевую и вот эти вот две за переднюю стеночку вот так вот их подхватываем провязываем вместе с наклоном вправо Потом делаем накид и последний у нас просто идет с вами лицевая. Вот так вот. Надеюсь, что вам все видно, все понятно. Сейчас я полностью провязываю этот ряд. Давайте я его сейчас быстренько провяжу. Так, смотрите, вот сейчас мы с вами находимся на нашем последнем 15 ряду. 15 ряд мы вяжем с вами следующим образом. Итак, вяжем. Две лицевые. Первые у нас с вами идут. Раз, два. Потом мы сразу делаем с вами накид. Накид сделали. Далее, смотрите, вот эти вот три лицевые нам сейчас нужно провязать вместе с наклоном вправо. Мы их вот так вот за переднюю стеночку вот так вот подбираем, да? и провязываем вместе с наклоном вправо. Так, не подхватила? Еще раз провяжу. Вот так вот провязали сразу три вместе после сразу сделали накид потом провязываем 3 лицевые 1 2 и 3 3 лицевые провязали сделали накид далее вот эти вот 3 нам нужно сейчас провязать с наклоном так фокус немножко потерялся так, вот, смотрите, вот эти вот три нам сейчас нужно провязать вместе с наклоном влево, но а, последний мне нужно будет поменять местами, чтобы у меня красиво все легло. Вот, поменяла местами и провязала за заднюю стеночку вот так вот вместе с наклоном влево. Провязала три вместе, сделала накид и Последние две провязываем просто лицевыми. Вот так вот. Переходим на эту спицу и здесь провязываем то же самое. Первая лицевая, вторая лицевая, потом делаем накид, потом вот эти вот три вместе мы сразу вот так вот подхватываем и провязываем вместе за переднюю стеночку с наклоном вправо. Провязали сразу, сделали накид, потом вяжем три лицевые, раз, два. 3. Потом сделали опять накид. Потом вот эти вот мы провязываем вместе. Но сейчас я их сначала поменяю местами. Вот, поменяла местами. После накида сразу их вместе вот так вот за заднюю стеночку подбираем и провязываем вместе. Провязали, сделали накид и Потом просто провязываем 2 лицевые. Вот, мои дорогие друзья, я сейчас полностью провязала еще 16 ряд по рисунку. Я очень надеюсь, что вам уже видно, что у нас с вами, да, вырисовывается, что получается. Сейчас смотрите, мои дорогие, вот, значит, после того, как вы провязали, проделали ажур, я провяжу еще 5 рядов, да, 5 рядов просто у меня будет идти гладь да, лицевая вот она у нас надеюсь что вам видно после этого давайте провяжем 5 рядов и я вам объясню что мы делаем с вами дальше потому что дальше мы будем с вами вязать только на двух спицах то есть уже будем вывязывать сам э, вот эту вот часть да, будем доходить до пяточки после этого мы уже естественно с вами перейдем наверх но сейчас давайте сначала провяжем еще пять рядов нашей гладью да, лицевой. И после этого возвращаемся сюда, и я вам объясняю, что мы делаем с вами дальше. Итак, мои дорогие друзья, я очень надеюсь, что вас не смущает моя нога. Просто хочу вам на примере показать, да, с чего мы сейчас начинаем вязать. Сейчас мы с вами провязали 5 рядов, да. И начиная с этого момента, мы сейчас вяжем с вами только э, нашу заднюю часть. То есть перед вообще не будем трогать, да, пока. Вот, вяжем с вами, вот смотрите, сейчас мы с вами. Вот на этом моменте, да. Так вот поставлю, чтобы вам было тоже видно и понятно. Вот. Да, сейчас смотрите, мы с вами э, вяжем вот эту вот часть до конца вот практически видите вот ну там сантиметр два максимум да то есть до того момента пока мы начнем с вами уже вывязывать саму пяточку да формировать вот эту вот пяточку соответственно до этого момента вот сейчас мы с вами вот находимся здесь я сейчас все спицы зад... на своей подошве перенесла на одну спицу да и сейчас просто обратными вот такими вот кругами буду ходить до того момента пока вот не свяжу а, до того до, до той точки, когда уже буду вывязывать сам сам уже носок, да, саму пятку, прошу прощения. Здесь на самом деле ничего сложного нет. Я очень надеюсь, что вы умеете вязать эту часть. Вот еще раз повторю, мы с вами сейчас перед трогать не будем. Вот просто вяжем сейчас все петли нашей подошвы, да, просто лицевыми. Ну, в моем случае у меня подошва лицевая, поэтому просто сейчас я ее просто так буду вот провязывать лицевой. Вот, дошли до последней петли. Ее мы просто вот так вот провязываем с вами изнаночкой. Да? Переворачиваем вязание и снимаем нашу первую петельку. И теперь вот эти все петли мы провязываем с вами изнаночными петлями. Да? Вот, дошли до последней петли. Ее мы тоже вот так вот провязываем с вами лицевой так вот провязали, опять перевернули вязание. И сейчас вот таким вот способом мы будем с вами вязать, как я вам отметила, до того момента, пока вот вы для себя уже не определите, что все, вам достаточно, да, и э, вы уже готовы начинать формировать саму пяточку. Давайте сейчас провяжем необходимое количество рядов и возвращаемся и начнем вязать уже пяточку. Итак, мои дорогие друзья, я вот провязала необходимое количество мне рядов, да, Примерила, мне все подходит, потому что, ну, учитывайте, да, что носок еще будет растягиваться. Вот, поэтому сейчас уже, начиная с этого момента, я буду начинать уже вязать саму пяточку. Здесь, на самом деле, принцип идет абсолютно такой же, как если бы вы вязали сверху, да, но если вдруг вы не умеете, вот еще раз покажу. Вот все ваши петли. Сейчас мы находимся с вами на изнаночном ряду. Сейчас нам нужно вот эти вот все наши петли разбить на три части да? вот покажу вам вот так чтобы было понятно вот да? разбить на три части то есть середку нам нужно будет отвести конкретно вот на нашу на нашу на, на нашу пяточку соответственно вот смотрите сейчас у меня здесь 26 петель да потому что у нас с вами было по 13 петель помните изначально я на свою пяточку, вот на серединку, да, оставляю 10 петель. Мне этого достаточно. Вы ориентируйтесь, пожалуйста, на тот размер пяточки, на который вы вяжете, да, потому что, ну, у некоторых пяточка может быть уже, да, у некоторых по -по побольше, по потолще. Ну, здесь уже все остается на тот размер, на который вы вяжете. Мне 10 петель достаточно. Соответственно, по 8 петель мне нужно отвести на э, свои боковые части, да? то есть по 8 петель на боковые части и 10 середина соответственно вяжем следующим образом первую петельку мы снимаем еще раз повторюсь я нахожусь на изнаночном сейчас ряду до да? вяжем все изнаночными петлями вот смотрите включая нашу первую до да, петлю которую мы просто с вами сняли 3 4 5 6 7 и 8 8 петель провязали это первая наша боковая часть. Дальше нам нужно провязать 10 петель а, нашей середины. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Сейчас, смотрите, вот я еще не провязала свою десятую петлю, но я ее вместе с восьмой, вот отсюда если считать, да, восьмая петля с последней, я должна провязать их вместе изнаночной петлей. Вот так вот. То есть мы сейчас уже с вами формируем нашу пятку да то есть десятую и с этой то есть с этой части до да, восьмую петлю мы с вами взяли и вместе провязали вот перевернули наше вязание первую петлю мы с вами снимаем не провязанной сняли не провязанной дальше вяжем 1 2 3 4 5 6 7 и 8 так считаем сколько у нас здесь 2 4 6 8 вот видите последняя моя петелька которая у меня должна э, уйти на, на на пяточку да я ее и вот следующую пред, следующую петлю до да, от этих 8 я вот так вот вместе захватываю за заднюю стеночку и провязываю лицевой вот. опять переворачиваю свое вязание первую петлю опять снимаю и провязываю опять в этом ряду. У нас с вами все идет изнаночные да, петли. Так, провязываем. Сейчас вы уже сами увидите до того момента, где нам нужно опять с вами еще одну захватить, да, нашу вот седьмую петлю. Видите, какое здесь уже идет расстояние? То есть до этого мы вот эти вот две провязывали вместе. Соответственно, ее и вот следующую вот эту вот седьмую петлю мы вот так вот вместе подбираем и провязываем вместе изнаночной петлей. Переворачиваем вязание, опять снимаем первую петельку провязываем 1 2 3 4 5 6 7 8 8 петель провязали вот видите какое у нас здесь расстояние сейчас мы отсюда седьмую петлю до 2 4 6 вот 7 и вот эту вот петельку мы вместе за заднюю стеночку э, провязываем вместе лицевой переворачиваем вязание Опять первую снимаем и провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 вот 8 петель провязали вот наша девятая петля вместе вот с этой петлей следующей да мы вот так вот вместе подбираем изнаночные провязываем И вот в таком порядке, видите, у нас уже с вами вырисовывается наш, наша пяточка. Вот опять первую снимаем, провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь провязали, и вот, видите, какое расстояние здесь, здесь уже видно, да? Вот так вот вместе их лицевой провязали. Опять переворачиваем вязание и повторяем. И у нас с вами уже образовывается наша пяточка. То есть пока мы с вами все петли по бокам не соберем, да, мы будем с вами вязать вот такими вот поворотными кругами до конца. Видите, у нас уже с вами сейчас осталось 4 петли да, на, этой, на этой спице. Вот пятую вот мы сейчас вот захватили с вами. Вот, смотрите, у нас уже с вами вырисовывается пятка. Первую сняли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Девятую и с этой стороны пятую петлю вот так вот мы вместе провязали и опять перевернули. Вот сейчас таким вот способом давайте продолжим вязать. У меня осталось всего лишь по 4 петельки по сторонам, да. Я их сейчас очень быстро провяжу и сразу же возвращаюсь к вам и показываем, как мы уже начинаем вязать вот наш верх. Вот последний раз вам покажу. Вот две вместе вот так вот провязали и опять перевернули. Не забывайте снимать, да, вот так вот не провязанными. И вот привяжите до того момента, пока у вас с этой стороны все пет петли не уйдут. И после этого возвращаемся опять сюда. Вот, мои дорогие, провязали полностью. Видите, что у нас с вами уже получилось. Надеюсь, что у вас точно так же получается, как и у меня. Смотрите, сейчас вот, в принципе, видите, помните, я говорила, 10 петель мы оставляем с вами на нашу пяточку. Вот у меня осталось 10 петель. То есть я все свои петельки по бокам собрала. Взяли ту спицу, которую да, до этого мы с вами отложили. Ну, я, по крайней мере. И сейчас нам нужно вот это вот количество петель разделить на 2. У меня по 5 петель выходит, да. И я их вот так вот распределяю на 2 спицы. Вот. Распределили. Сейчас, смотрите. А что мы с вами делаем сейчас? Сейчас с этого момента нам нужно уже с вами формировать вот нашу вот эту вот часть. Да? Смотрите, что я сделала. Я три ряда сначала провязала просто а, платочной вязкой. Да? Вот, а уже после этого какое-то количество рядов провязала резинкой один на один. Вот сейчас мы с вами формируем вот нашу платочную вязку. Смотрите, мы просто с вами, вот наши наша первая петелька, просто подбираем петли вот с этой стороны. Просто вот так вот заводим спицу, да, вот покажу поближе, нашу петельку и вот так вот просто подбираем, здесь на самом деле не нужно считать сколько вы петель подберете, у вас даже может так получиться, что с этой стороны может быть вы там на одну, на две петельки больше подберете, ну иногда бывает такое да особенно если вы только-только начинаете вязать, иногда такие вот подсчеты бывают, но здесь это не страшно потому что именно это именно благодаря такому количеству ну, как петель да, у вас спокойно потом будет проходить ножка то есть не будет слишком туго, да, с этой стороны. Вот, поэтому здесь не особо важно. Так, вот, провязали. И теперь а, переднюю свою часть также я провязываю все лицевыми петлями, да, пока. А, у всех, конечно, свой способ вывязывания платочной вязки. Если он у вас как-то отличается, вы в принципе попробуйте провязать так, как вы умеете, да. Ну, я вяжу так то есть сейчас вот особенно когда вяжем по кругу до да, один ряд провязываем лицевой следующий ряд провязываем изнаночной да, для того чтобы у нас сформировалась с вами уже платочная вязка вот но как я отметила если у вас есть свой способ используйте свой способ вывязывания вот провязали наш перед вот теперь с этой стороны да нам нужно также подобрать все наши петельки вот. Я начинаю на самом деле даже вот где-то отсюда, да, чтобы у нас потом не было здесь дырочек. Просто вот так вот аккуратненько первую петельку вытаскиваем и потом вот просовываем в наши уже петли, да, по бокам кромочные, которые помните мы их снимали не провязанными. провязала все петельки. Сейчас вот немножко здесь подтяну, чтобы здесь тоже не было никаких дырочек. Вот после первой немножко вот так вот подтяну. И провязываю вот эти, да, все петли. Вот. Сейчас, смотрите, сейчас у меня, я для себя определяю, что у меня начало ряда будет уже с этой стороны. Что потом вот в конце вот здесь вот красиво сзади закрыть, да, чтобы не отсюда начиналось у нас, а вот как бы сзади соответственно я сейчас уже вот этот ряд должна провязывать изнаночными петлями да, для того чтобы у нас уже с вами сформировалась первая наша платочная вязка то есть как я отметила вязание по кругу платочной вязки она именно и предполагает что один ряд вы вяжете лицевыми один ряд вы вяжете изнаночными петлями вот тогда у вас формируется но конечно у всех свой способ возможно у вас более лучший есть способ вывязывания платочной вязки по кругу. Вот, если есть, поделитесь со мной в комментариях. Буду очень рада послушать про ваш опыт. Вот, первые, передние, вернее, часть, переднюю часть я тоже, видите, провязываю. Все изнаночными, то есть полностью круг у нас с вами идет изнаночными петлями. Вот, подошли ко второму ряду, и этот ряд мы опять с вами вяжем полностью лицевыми петлями. Да, просто все вяжем лицевыми. Полностью ряд вяжем лицевыми. Итак, я буду сейчас вязать, как я отметила, до того момента, пока не свяжу три. 3 три ряда платочной вязки. Ну, в моем случае это три ряда. Возможно, вы захотите один ряд связать, да, тоже будет красиво смотреться. Здесь все зависит от того, какую высоту своих следочков вы хотите получить в конце. Да? То есть все зависит именно от этого. Вы можете, в принципе, даже не вязать платочную вязку. Можете сразу начать с резиночки. Так тоже очень многие делают. Ну, я решила в этот раз попробовать немножко поэкспериментировать. Поэтому вот вяжу как платочной, так и резинкой, да, то есть, ну, здесь все остается, остается на вашу фантазию, скажем так. Так, вот, смотрите, сейчас я полностью ряд провязываю лицевыми, потом опять изнаночными, и так три раза, да, то есть, сейчас вот мы уже второй раз провязываем, три ряда, когда я провяжу, да, вот видите, у меня раз, два, три. После этого я начну вывязывать уже резиночку. Давайте сначала провяжем три ряда, и потом сразу возвращаемся сюда, и я вам покажу, как я вяжу резинку. Так, вот полностью провязали 3 ряда, сейчас, начиная вот с этого ряда, мы уже вяжем с вами просто резиночку. Да? Резинку у меня в моем случае идет просто 1 на 1, а вы можете вязать так, как вам нравится. Да? Можете 2 на 2, можете 3 на 2, 3 на 1, здесь уже... Опять, да, все остается только на вашу фантазию. Можете вообще ее не провязывать, можете просто до конца еще несколько рядов провязать именно платочной вязкой. Да? Опять же, все остается на ваше усмотрение. Я сейчас 5 рядов еще провяжу резиночкой 1 на 1. А после этого уже просто буду закрывать петли.